Ребят, сразу извиняюсь за освещение и за место, где я снимаю видеоролик, это эхо. Но зал, где я тренируюсь, там, короче, пара лампочек, там свет вообще не крутущий, поэтому пишем сегодня здесь. Итак, второй урок из серии «Одноруки и перехваты». Сегодня речь пойдет о горизонтали, то есть горизонтальный перехват одной рукой с шеей под плечом. Здесь в основе лежит горизонтальный перехват, да, видеоурок есть у меня на канале. В общем, суть. В принципе, логика такая же, как и в первом видеоуроке, да. Мы с восьмерочки запускаем рукоятку по диагонали, чтобы она приходила, ну, примерно вот в эту вот область, да, то есть подмышку куда-то вам. Подмышку. И тут же мы ее, как только запустили, с вращательным вот этим импульсом, запустили, и тут же мы опускаем рукоятку, свободная у нас выходит вот сюда. Очень важно именно вокруг корпуса создать именно вращательное движение, чтобы рукоятка не свалилась туда-куда, а именно приходила вот сюда, вот примерно, да, то есть вы должны как бы обогнуть корпус. Как только мы отпустили рукоятку, которую мы контролировали, мы руку моментально переносим, практически скользя по грудной клетке, вот таким вот образом. И ловим свободную рукоятку вот таким вот макаром. То есть мы забрасываем, отпускаем свободную рукоятку, моментально руку переносим под мышку, и свободную рукоятку должна прийти прямой вот такой вот хват. Очень важно рассчитать угол заброса и угол, которым вы будете ловить, потому что очень большая разница, то ли мы вот так вот забросим, да, куда-то вот сюда, то ли у нас слишком маленький будет угол заброса, и рукоятка будет приходить не в руку, а куда-то в локоть. Итак, то есть мы забросили, поймали, сбоку, забросили. Вот тот самый угол, о котором я говорил, то есть, да, мы забросили, поймали. Ну и за спиной еще, да, левую руку. Забросили, поймали. Как комбинируется, в любой горизонтал встраивается спокойно. То есть, допустим, если мы трюкуем, триксы делать, допустим, мы сделали вот этот проброс. Я чуть не помню, есть по нему, нет видеоурока. Если нет, напишите мне в комментах, я запишу по нему видеоурок. По-моему, был. То есть мы сделали этот проброс через живот. И отсюда сразу, раз, поймали. И сделали подключивой перехват. Мало места, поэтому я роняю. Да, я профессионал, ни разу не роняю. Любые комбинахи, в общем, да, в горизонтальной плоскости. Итак, ребят, еще раз зарезюмирую, да, то есть мы делаем заброс, ловим и дальше продолжаем. Итак, ребят, подписываемся на канал, это был второй урок из серии «Однорукие перехваты». Ждем следующих видеороков. Всем удачных тренировок, всем пока.